нас проходит открытый городской турнир по карате Шинки Укушинкай, посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан. Турнир собрал больше 120 участников, несмотря на то, что это как бы городской, вроде небольшой турнир, но нас многие поддержали, ребята. Сегодня у нас присутствуют гости из Караганды, тоже хорошая команда, перспективные ребята как бы приехали. Есть будущие звездочки нашего казахстанского карате. Возраст у нас сегодня на турнире от 4 лет. Такие у нас бусинки, пуговки. И до 15 лет ребята сегодня у нас выступают. В зале такая атмосфера накаленная. Сегодня под эгидой клуба «Хисацу» проведены общегородские соревнования, посвященные 25-летию независимости Республики Казахстан. Глава государства уделяет большое внимание развитию спорта, благодаря чему в Казахстане за годы независимости вырастили плеяду спортсменов, имена которых звучат не только в Казахстане, но и на мировой арене. Хотелось бы, чтобы наши спортсмены сегодня получили опыт большой соревновательный и в дальнейшем показали себя на международных соревнованиях только с лучшей стороны.